Кубка. Третье, пятое место на чемпионате России, первое место в чемпионате Азии в течение 3 лет. Тренер Шилин, Козлов и Князь. Заслуженный мастер спорта Федор Емельяненко. 4-кратный чемпион мира по боевому самбо. 4 балла спортсмену. Тренер Сергей Чесников, Михаил Малинин. Борьба «Триумф» победил Емельяненко Федор Белгород, и он стал чемпионом.